Добрый день. Приступаем к работе. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего с 24 февраля российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивная система залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов. Хочу поблагодарить личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач. Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей.